Каждый фокус состоит из трех частей или действий. Первая часть называется наживка. Кто из вас, смельчаки, отважится связать эту прелестную барышню? Фокусник показывает вам самый обычный предмет. Второе действие называется превращение. Фокусник берет этот самый обычный предмет и делает с ним что-то необычное. Самое сложное – часть, которую мы называем престиж. Все, что вы увидите, совершенно безопасно. Это фокусники, Ваша честь. Я должен узнать его секрет. Но зачем? Чтобы переплюнуть его. Суть в том, что каждый уважающий себя фокусник пытается придумать что-то новое, над чем другие фокусники будут ломать голову. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь». Это заблуждение. Человек может все. Теперь увидишь нечасто подлинную магию.